В Ахинском районе с 24 по 30 апреля проходит Европейская неделя иммунизации под лозунгом «Ликвидация пробелов в иммунизации». Предупредить болезнь, предотвратить опасные последствия – именно эти цели преследует вакцинация населения от различных недугов. Прививки начинают делать с самого юного возраста. В детской поликлинике прививочная кампания активно проводится в течение всего года. В обычном режиме в детской поликлинике выделяются 2 дня. Это вторник и четверг. Делаются прививки детям все, кроме реакции МАНТУ и БЦЖ. Реакцию МАНТУ мы делаем по понедельникам, БЦЖ в пятницу. То есть это по национальному календарю те прививочки, которые необходимы. Еще прививки у нас в осенний период начинаются. Это против гриппа, вот, прививаться. В настоящее время у нас идет прививочная кампания. Деток прививаем от 2 до 5 лет 11 месяцев. Это вакцины Привинар против пневмококковой инфекции, менингококковой, и, ну, синуситы, риниты. В данный момент у нас также появилась вакцина против клещевого энцефалита. Вот, предлагаем родителям, делаем деткам, особенно тем, которые знают, что они будут выезжать в загородные лагеря. В течение Европейской недели иммунизации прививки будут делать в любой день всем детям, чьи родители желают привить ребенка. Медики нередко сталкиваются с тем, что мамы и папы отказываются от вакцинации. Для них и тех, кто не придает значения прививкам, 27 апреля в детской поликлинике пройдет день открытых дверей. Родители приглашают на беседы, которые, возможно, рассеют сомнения, делать или не делать ребенку прививку. Кроме того, в среду детям измерят давление, уровень сахара в крови, проведут профилактические осмотры. В этот период можно обращаться в детскую поликлинику, но будем всех, в общем-то, те, которые детки у нас не привиты, ну, то есть и лекции будем проводить, и беседы, и, в общем-то, эта неделя будет направлена на то, чтобы все-таки подходить к этому вопросу серьезно, и будем в детских дошкольных, в школах. В течение недели иммунизации специалисты будут выезжать в села округа для проведения вакцинации, а также подведут итоги конкурса «Санбюллетени», который проводился среди дошкольных учреждений. Примите активное участие в Европейской неделе иммунизации. Посетите прививочный кабинет, обезопасьте себя и своего ребенка.